Привет, сегодня у нас крайний день отдыха, и хочу вам отснять наш номер, где мы прожили. Вот он номер в корпусе номер 44121. Вот так вот, вот мы карточку открываем, достаем и вверх ручку. Не вверх, не вниз, а вверх. И когда вот заходим, вот здесь вот у нас шкафчики, кстати, вот это не залазит. О, еще дополнительные полочки. Здесь у нас наши вещи лежат, открывать не буду. Есть для вешалок, то есть длинное, что-то повесить, платье, сарафаны. Здесь полочки, здесь тоже длинное и полочки. Зайдем в туалет. Конечно, это крайний день, не... нас сегодня еще не убирали, вряд ли будут убирать. Вот так вот, вот ванна, туалет, вернее раковина и вот такая вот душевая кабина. Чтобы пошла горячая вода, нужно минут 5, чтобы она сбежала. И вот такие вот раз нам дали, все, больше не дают. Но это они, наверное, жадные. И вот такой вот стоит сундук. Зачем он? Я не знаю, наверное, для чемоданов. И вот такие вот две больших кровати стоят. Конечно, состояние постели желает лучшего. Есть вот закошлаченная вся полностью постель. Тут где-то я даже дырочку находила. Постель, я так понимаю, у нас ни разу не поменяли. А, вот эта дырка. Дырка на постельном. Ну. Да, постель желает лучшего. И вот такой вот телевизор стоит. Здесь типа для бара. И холодильник. Холодильник тоже он был приключен на минимум. Потом мы докрутили и как бы начал холодить. И вот такой вот стол, либо рабочий, либо вот для косметики, так как у нас. И вот такое вот зеркало. Это я. И очень удобное кресло. Ну, мы особо не сидим, здесь всякие иногда вещи бросаем. И вот такая вот у нас терраса. Два стула и столик. Мы здесь, когда покупали креветки в старом городе, мы здесь кушали их. И вот такой вот вид пальмы. Все равно балкон нужен. Хотя бы 5 минут вечерком иногда, либо утром попить водичку. Хочется, и вот так вот выглядит. Так что, а я уже в купальник переодета и иду купаться. Ведь нужно насладиться крайним денечком и прекрасным красным морем. Итак, крайний разочек. На заплыв. И будем говорить о новых встреч. Морюшка. Такая красота. Немножечко водичка поднялась. Ну и все. Надеваем маску и плывем.
Thank you.
сыром, еще две булки, две груши, это не груша, это ихняя какая-то там внутри штука, и все. Ну ладно, куда сейчас? А бутылка воды в этом? Алена, Бойченко, Татьяна. Пожалуйста, все взяли, чего не забыли? Нет, ничего не забыли. Грузимся в автобус. Ничего не видно. Мы прибываем. Вот такая вот очередь огромная. Нам предстоит простоять в аэропорту.